А что там, бичей мы этому по команде сдаем или? Ну, первых дашь ты с Андрюха с пола даст. Первых дашь ты, а второй даст. Потом за два вихря он упадет, блядь. Так, все, давайте на баф на пол. Что будет ДБМ пол? Да, будет ДБМ пол. Мастер. Сейчас, секунду. Для Метиса отдельно на полчаса поставьте. По Метису, Сальвы, пожалуйста, просто, блядь, F-дал вам, потом по ТД кидайте. Давай, Макс, ДБМ пол. Бля, 5 секунд маловато. Шипы сливать всем автоматом. На ком шип на вихре, сразу же на себя нажимаете кнопочку и все. На свой ник. Телефон. Сейчас будет шип. Т4 давай, мастера давай свинь. Шип. Шипы слили. Какие-то гимн на хп. Я читаю. Во фрейм ставь. Быстренько, быстренько. Йоки, подними мага. Фул добав под текстурами. Я под текстурами. Все понятно. Твой ник учись выбирать, когда на шипке, да? Да тебя не будет убивать. Так, Тёма, отдай иллюзии. Хосли, отдай. После возьми лед, прожмешь мастер. Паладин даст сок. Кокс прочитаешь. Пиво прочитаешь гимн на хп. Все, рассосали. Там идти с 28 косарей, с ума сошел, что ли? Сокру. Мастера и гимна. Куда он бот. Ебал? Шипы слив. Потек. Че еще за ивейдится? Вылазит вверх. Так, Мюррей, читай гимн. Шипы слив. Во фрейм ставь. Добивайте босса. Шипы слив. С охотника шип бы. Клиф не получайте, блядь. Выбери агро. Я смотрю, тут ДПС не из лучших. Сука, нету пыльца. Метис, блин, почти догнал. Бля, ты видел, я в щите, блин, в конце бил, бля, просто.
Бить осколок. Витя, я хуй знаю, это он, леди Пашу точно нахуй убьет. Не убьет, он в трэшазе будет трэш бить. Я три на пула отдал сейчас, чтоб ты понимал. На второй фазе он будет бить трэш. Все. Два охотника и ты будешь. Звезду нашли, все звезду. Смотрите, все звезду стали. ДД, поехали. Танки, я бы вам советовал без команды вообще никогда не гулять на. Подними наверх. Вот так. Что ты там стоишь, танчик? Просто уходи сюда, иди к рейду и все. Они сами придут. Войт, ты тоже. Поднимаешься наверх и все, чтобы помочь мне бить. Второго иди в Войт, Агри, и выводи его направо. Право, Хагрид. На речке что-то не танчи, разворачивай. Смотрю, кровавая жатва просто ебанутая какая-то. Первый ПДПС всего лишь. Юрий, давай быстрее. Там кухолока нет, тебе надо быстрее в Долоран и сразу же здесь, пока трэш был. ДДД в череп играем. Бояшка мобе лежит. Нихуя не знаю, куда лишь. ДД, играйте в левого перекопа. Паука левого важно. Андрюх, короче, это лутер на тебе, просто лут не скидываешь. Хорошо. Андрюх, ты один живешь? Нет. Девушка? Жена. Она тебя не выебала. 4 утра, да? Так, у меня 3. Она лежит, спит рядом кровать. Я бы на ее месте подошел, как въебал бы тебе леща на. Да нет, уже привыкла. Так. Так, так, так. Войт, ты танчишь справа. Подойди, пожалуйста, извините. Войт, Войт, слышишь меня? Угу. Подойди, пожалуйста. А, ты это ты прыгаешь, да, надо ебать, я думал, паладин. Короче, смотри, братан, левый моб с маной, который выходит, ты вот здесь тупо стоишь, ну, как положено, там, центральному кинул лужу, левого моба вот туда грипаешь, понял? Угу. Старый, ты правого моба грипаешь. Слышишь, старый? Угу. Лёха, ты заднего моба грипаешь сюда вот. Вот туда, вот к этим пацанам, понял? Угу. Спортсмен. Так, слева, что у нас?
Фрэнсис, Андрюха, смотри. Ты центрального моба вот туда крикаешь. А паладин играет фанатика, собирает. На боссе Макс, Таркади и Павлик. Так, это что получается? Первое, третье, так, это двоих заберу. Так, Редвар. Редвар, ты, наверное, сейчас я подождите маленько попроще. А нет, нормально, достаточно. Все, первая, третья группа слева, вторая, четвертая группа справа. Так, уважаемые ДПСеры, ваша задача снять милики по команде, когда вам старый скажет, готовимся контроль, слить феры, зеленки, хуенки и снять пухи. Это первое. Второе. Выходит вот эта петушня, которая, блядь, мобы. Фанатиков вы не трогаете сначала. Ваш приоритет мобы с юбкой. Ну, вот этот мана ебаный. РДД и милики, вы сначала сливаете их, только потом вы играете фанатиков. Далее, на переходной фазе забирает вой босса, рога два охотника, с босса не слазят вторую фазу вообще. Бьют и бьют и бьют и бьют и бьют его вместе со всеми РДДшниками. На пул по КД вайда. Все милики вместе с протопалом ловят трэш и убивают милики. На второй фазе то же самое, убедительная просьба. Когда выходят мобы, играйте сначала не в фанатиков, а в мобов с манной. Не забывайте, там протопал, не забывай фанатикам бить косты, стан и прочее ебитина. Все, потом по моей команде все свичимся в босс и убиваем. Не забываем, не ловим духов, сбиваем косты, войд, макс. Короче, все как обычно. Витя, озвучивайте контроль, пожалуйста. Все, старый будет все анонсить, я сейчас заткнусь, старый все проанонсит, я буду скинуть. Киоки, Киоки, приоритет с тобой контроля. ШП, ЛМ. Все, а, и охотники. ШП, ЛМ, охотники. Больше никого не контроль. Поняла? Все готовы? Давайте, рассосались милики по сторонам, гуляйте. Метису сразу истерию отдайте, пускай будет пить босс. Ну, сука! Иди нахуй. Я ебал в рот, кто спулил сейчас. Геру, да? Старый, чё не анонсишь контроль, алло? 5 секунд контроль. Уже есть контроль, блядь, дебилушка. Старый! Чё у нас со старым, блядь? Ну, сейчас вот ДБМ снял. Трэш залили? Трэш залили? Контроль 5 секунд. Пушки снял. Аркадий, контроль. Кособокова. Диспел хекс. Поднимаю Корстона. Пул забав по ДК. Ебать, у меня просто чё в леди-то там? Я не вижу, я не вижу. Трэш, заехали быстренько. Трэш, трэш. Старый, давай аннуйте. Контроль 5 секунд. Слили зелёный. Пушки сняли. 2, 1, 0. Юбок первую очередь. Всё нормально. Ханта, контролься. Ханта, контроль. Паладина за контроль. Юбку сыграете? Щит ему сбейте и юбку добейте. ДПС нет вообще. 13%. 10%. Паша, стопать будем.
стопайте, стопайте, еще один трэш. Не-не-не, рано, рано, тут кэпов не надо. Все, трэш, стоп. 100%. Все в трэш, все в трэш. Контроль 5 секунд. Зеленки слили. 2, 1. Больше ДПС в юбке. До кокса контрол. Ты вышел. Контроль, Фрэнси контроль. Не контрольте, у меня все снято. Юбку добивайте. Переводите босса, Войт, лови. Там. Все, в центр ставь, дистанцию набрали. Милики в трэш, РДД в босса. Дистанцию поймали, набрали двух. Мили трэш добили. Рога и охотники на бой. Духи. Контроль. 3, 2, 1. У меня ДБМ снял две пухи. Дух. Не ловить. Йоки, поднимись визика. Мили в трэш. Слева заехали. Нет, справа. Духи, духи, духи. Юбки, юбки, первым делом. Контроль 5 секунд, контроль 5 секунд. 3, 2, 1. Служа вышла. Я Мюррей. Притворись, ну, притворись. Флафи глыба. Глыба, плачи, глыба. Глыба инвиз. Все нормально. Трэш с правой стороны убивайте. Духи следи. Духов не ловить. Контроль 5 секунд. Зеленки, мастера урсли. Паша, давай на босса. Паша в босса. Паша только в Паша. Флафи контрол, Метиса контрол. Хули тут Фрэнсис, хули тут паладин забыл у босса, блять. Я снял, снял. Что-то может отрашили. Лягушку уберите. Не стал, Метис. Не стал лягушку. Мили трэш, левая сторона. Лягуша гроши, эй, как он. Таня, когда будет Метис танчить, дожду. Угу. Служа, выходим, милики. Духи. Юбку добейте. Контроль. Боб заявился дальний. Гриффи. Сомалийский. Бля, меня контроль быстрее. Я не взял. Меня чаржнули, если я умер. И зеленка, и не зыбка, нахуй. Спасибо, Павлик. Давай. Бейте, немного, немного людей лежат. Юбку добейте быстрее. Не, меня не Паша убил, бейте. По-моему, Red War меня убил. Контроль 5 секунд. Готовимся. Зеленки внизу слили. И мастера. Мастерал немножко крапсит. Есть БР? Кто я? БР. Диспельсы, контроли ваши, которые вы раздали там овцу, фир, т.д. с людей. Новый трэш слева заехали. Мили по юбкам, скоро контроль. 6 секунд до контроля. КТшки сливаем свои. Нахуй Фрэнсис бить мобов маны, да? Диспельс, пожалуйста, проклятие. Проклятие, диспельсе. Вас трэш сейчас не будет слив, если вы не будете диспелить проклятие. Все, в боссы все играйте, все в боссы играйте, мобы добили, все. Паладин, кайтишь трэш. Дайте БР, если есть. Да нету БР, блядь. Ясно.
маги там, магни сожрёт, есть снова, да? 5 секунд контроль. Или ГАОЕ стопнет. Служа вышла. Дайномаг, помоги танку, пожалуйста. Покидай новую. Контроль 5 секунд, готовимся. Блять, вы добьете ее? Расконтрольте людей. Редвар, ты будешь снимать пушки? Добивайте, леди, пытаюсь. Красавцы. Тебе повезло, Павлик, блядь, что ты ее убил, нахуй. Кого я убил? Я никого не убивал, ты че? Ты не пизди мне, я вот читаю чат, блядь. Тебе каждый книг сказать, кого ты убил. Про этому, Редвару, ГП ебаш нам. Там Умора пришел. Витя, что с посохом? Сейчас разролим, что посох, блин, гони. Короче. Пиво домашнее, да? Надо делать еще хуже. Тебе надо кровь забрать еще слепой дать квест. Сейчас мне надо в Долоран полететь. Вначале нельзя идти на это. На кровь. Давай пиво быстрее, Долоран лети на кровь, чтобы кровь забрал. Здрасте. Привет. Забор покрасьте, блять. Маги, повторяю еще раз. Лайфи, Тайномаг, Тайномаг, ДНМ. ДНМ на флайфе. Будьте так добры, обновляйте постоянно. Это ваш ДПС. Здорово, Антон. Здорово. Как мне хуёво не партёрно. Ты почему пидор опоздал на полтора часа? Ну, знаешь, ты сколько работа только приехал. Ты, блядь, сказал, что будешь в 7, нахуй. Ну, у меня телефон разрядился, чтобы написать. Там, блядь, тачку, ну, короче, захуярил детали, а там задержаться пришло. Будьте нахуй твой айфон дырявый, блядь. Согласен, дырявый. Так, Войт летает, Паладин на Тарк 4 плюс, так, немножко раз, Фрэнсис 2, еще Таркадь 3, Манс 4, все, на чек, на баф, на пол. Дио, домашний уморок, целка подлетаем. Ну, не запускай корабли, пожалуйста. Мне кольцо нужно оттуда. Я тебе говорю, я не буду, блядь, лутать. Ну все. Я уже уплыл. Паша, где? Стримыч. МК, ДМ, ДНМ. Кинь на файл. Я в личку написал, кто кому.
Я написал, что там. А вы уже запустили Амора в коллектив? Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Бактарагар. Аметис не на корабле, да? Да Метис нахуй, а пока что, блядь. Ну а что, это ребро, леди, нормально? Ну, как тебе сказать, относительно Павлик минус 4 нахуй сделал, блядь. Забыл случайно снять оружие. На ребре, блядь, долбоёбы не могут нажать нахуй на старт, чтобы их просиливали. Ну а так все нормально. Киоки дохнет на каждом боссе. Ну, все как обычно. Не знаю, микстурка, у меня все проверено, ДБМ снимает пушки. Как старый, так и этот, блядь. Я не знаю, что вы всегда говорите, что он не снимает пушки. Не, я спрашиваю. РДДшники ебашим нахуй, всех уже идут. Не дай бог они кого-то убьют. Сейчас Войд перелетает, милики перелетают туда. Убиваете два пидораса этих танчишь. Два мага. Первого мага убили, трэш убили. Второго убили, трэш убили, вернули. Ой, чё так поздно летишь? А? Бля, чё так поздно летишь? Привык, что за 5 секунд уже летят, ну. Милики, может не уходить паладин полускай пока с второго мага убьете, трэш убьете, вернетесь на нашем корабле, разобьете ебало. Отлично, у нас ШП и Элим есть, да? Антоша! О, Павлик, здорово. Че, сегодня, короче, 20. Сегодня что, бухой или что, Паша? Почему, блядь, ты АФКшишь, а пушку не понимаешь? Блядь, да ты заебал уже своими пушками, блядь. Блядь, как я заебал, Паша? Я убил только Таркадий, бля, он бесполезен. Да, нахуй, помимо Фокса, блядь, еще Киоки и еще от Киоки, я тебя убил, что ли? Ты что? Я не мог, меня Редвардил. Настю я не мог убить, ты что? Я же ее люблю, ты что? Все, быстренько убили мага, убили трэш и вернулись на наш корабль. Убили на нашем корабле трэш, после того, как убили мага. Метис, тебя штраф. Хранись в чашку, Гера. Все, мага убили, вернулись на наш корабль. Блять, как убили, 50%. Что там? Почему нахуй половина рейда не летит? Потому что они летят пиздец как долго, нахуй. Я стою, один, блядь, бью 5 секунд. Все, вернулись на наш корабль, убили наш трэш, бойку. Залили все на нашем корабле трэш, он уже перса послал. А что, нас танчит Войт и Леха? Нас танчит Войт и Протопал. Сомалийский. Угу. Перелетели, убили мага, сразу вернулись. Не гоните мне урон пушек, пожалуйста. Головка. Макс, ты же скачивал? Если бы я знал, как посмотреть, я бы тебе скинул. Все, милики, уходите, Войд, отпускай. Че, Паша, давай поганка или петушков. Где они? Витя, что? Вить, поменяй этот лук. Зачем менять лук? На Фрэнсисе лук. А. К сундуку никто не подходит вообще. Скажешь, когда заходи. Сейчас все, последний маг готовит. А чё, как посмотреть именно с пушек урона? Я не да знаю, но Жека всегда показывал тебе. Есть кадр. Полученный урон и ищешь в полученном уроне корабль. Уходите на наш корабль. Ой, ты всего.
какой у тебя пиздатый маунт, Павлик. Вообще охуенный маунт. Это завоял. За какую? 30-ю? Так, все, заходите, пиво. 34. После спекайся в... Че, кому, куда спек? После, да-да, после. А можно мне лук потестить на свой фанги? Можно, все равно никому не нужен. Положено. Все, Тоха зашел, да. Пиво зашел. Вроде да. Я не вижу плюсик. Все, давай, Андрюха, лутай. Сука. Ебать. Как тебя везет, нахуй. Как всегда везет. Макс, я топор нужен? У тебя есть же? Дайте рыбу бафните. Пол рибаф, пожалуйста, раздайте. Пол рибаф всему рейду кушаем. Бля, я релогнул, слышь, ебать, у меня нет вики опять. А чё за хуйня, блядь? Почему она не проходит у меня голосование? О, а у меня прошло. А ты за меня третий раз уже за неделю, блядь. А ты посмотри, мой, ты ник не так вел. У меня такое было, блядь. Я не так ник ввел на одну букву, пришлось как-то раз менять. Я скажу больше, я даже ничего не менял. Так оно меняется раз, два раза, я не помню сколько. Нет, там не в нике дело. Ну, в аккаунте. Ну, я так, понял. Там не в этом дело. У меня такое тоже было, и ник я не менял. Умора, ДМНБ, мастер. Так, ханты. Фул на пул, два ханта, два на пулы жестких на танка. На... Именно полезный. Жестких на пул. Боря нету, бесполезно. Палы, пожалуйста, длань спасения, ПКД на метис. Пожалуйста, дайте разогнаться. Сальвы будут. Истерию с пула только. Давайте. Кокс, ты ДЦ, Кокс? Да. Поехали на Антоху после Герки. Чё, петухи, покажите мне дамаг, нахуй. Иллюзия, да, ты мне кинешь пул. Ну, чача, то, что я тебе сказал, делаешь мне сейчас иллюзия кинешь. Никаких, нахуй, трикс. Бить. Кидай ты на меня, охота, кидай на меня. Я прям всегда покажи. Кидаю на ДК. Прямо сейчас кидай. На всех ДК охоты кидайте, пожалуйста. Я всегда даже старый кидаю. Это наша рага, это наш ДПС. Держитесь, танки, нахуй. Пизда сейчас будет. Гера. Сальвы по КД на метиса закинули все. Танки сменили. Метиса даже нету в окроме. Он просто еще не бил. Даю сальву. Бить, кидай хоты. Я кидаю, кидаю. Трэш.
Сталю по метису, паладин, любой. Че ДПС такой унылый? Вы че пидорите? Бить будете? Нет? Подожди, ебай, вас экзекут, куда мне? Даже 300 нету. Паша, чё за хуйня, почему ты... Сальву пометист. Ну, чатер, как будешь готов, дашь? Саня, поездку не забыл. Не забывай. Даю, даю, дал. Хоты, хоты. Старый хоты и полкд, бля. Да нет, хоты, бля. Я же не только тебя хоты. Да, ДПС. Сколько? 208. ДПС 290, но, блядь, пиздец вообще, просто все, кто после 9-го места в вагоне. Все без исключения после 9-го места в вагоне. А что не после 10-го? Потому что, блядь, после 9-го. А, стоп, после 10-го, да, 13-го. Чё-то пиздец какой-то, я не понял. На, метис, спаси. Тоха, чё ты не понял, ДПС рейдерного нет, вот чё, блядь. Ну ты говоришь, блядь, не вижу я что-то своих, блядь, в похищении души, чтобы был хотя бы один тик на полтинник, либо какие-то тридцатки не вообще ни о чём. Да, такое сильно. Фрэнсис, это 5, да? Да. Угу. Да, Андрюха, и тогда неплохо ДПСил, вам хорит. Вот это да. Телепорт. О, Варик, привет. Чарш мне дайте, когда будет кастовать. Просто пиво домашнее по КД шахли. Ну и... все, нахуй, забей пиво. Просто забей, ебать. Да она не хилится все равно. Сейчас убьете. Позже тебя обновлю. Вы так печалитесь каждый раз с этой валькой, я вообще удивляю. Потому что хочется наблюдать скилл, блядь, у чуваков. А че, сколько общий-то ДПС? 208. 290. Ну, 290. ДПС и жопой жуй. Жопой жуй, это 400. Mm-hmm. Жопой жуй, это 350. Мне интересно, где вы на этом сервере видели 400? Да. 400. ДПС 400 у Асгардов. Асгардов. Не говори про этих Асгардов, заебал ты на. Антон, ты угораешь? Нет. Да, по-моему, ты угораешь. Ниже второй, вернее выше второй каты никого нету просто. И предписывай гиров. А чё этот, где нахуй стримить? У нас только на циркуле один раз идёт 430 АДПС. Ещё, а где тут? Да, на циркуле 400 было. На каком-нибудь герое Нордскола. Заходи на рогу. Я на рогу.
Ты же 25 гер открыт, да? Вот нахуй вот этот вообще стрим еще в гильдии, нахуй он нужен. Постоянно вот это офаться, блядь, Паша, ты еще и тринку ему купил. Блять, а мне кидали истерию-то вначале. Ебать, Паша, может ты мне купишь тринку, я буду всегда истерию кидать. Ты все, пиздаки, закройте нахуй, а. Блять, что-то я истерии не наблюдал вначале. Смотри урон по своим. Чё, а чё, истерии-то не было на самом деле? Непорядок. Потому что ты не в танке, блин. Ну извините, я не могу и танчить хилить. Чё, слабо? Фрэнсис, у тебя лутер? Какого хуя ты не лутаешь? А чё там? Боешки мои, блядь, чё там? Мои, ты хотел сказать? Так, Фрэнсис покидает рейдовую группу. Тотем, поставь ханаком быстрее, я отвяжу. Стоим, стоим тут, никуда не бежим. Мучачур, лев. Активируй. Старенький справа активируй. Что-то не вижу.
Я там не заметил ловушки. Везде бежал. Ладно, пошли налево. Можешь у босса в конце прям там почекай. О, да. Ловушку верни. Идите в жопу, ребят. Лох! Пидор! Дух ты как обычно. Стандартный дом. Учитывая, что их вообще не трогал, блядь. Совершенно рейд ни одной боешки тут. Ну, а с этих душ не фармится. Давай немножко быстренько в Долоран, пока робот гоним. Только ставь мебель. Сейчас я буду. Мешок, если ты сейчас мне будешь косячить на профи, тебе пизда, понял? Отстань. Я тебе без шуток говорю. Сразу на профа идёшь? Конечно, мы убьем его. Ты так уверенно сказал, я прям не могу. Дайте рыбу и бафы по локу, пожалуйста. Старый уредник, хули пережил. Я просто это, хочу попробовать, как я сегодня убью. Дерево. Рыбу дай. Жрите рыбу. Так, что мы сейчас делаем, Макс? Меточка твоя. Все милики двигаются как меточка. Если милики, каждая пойманная лужа 50 гп. Милики, каждая пойманная пельмень... Хули 50, соточка. Каждый пельмень, соточка. Старый поводит, я без микро. Хорошо, старый поводит. Слушай, чуваски, откуда у вас нахуй столько, блядь, ЕП, ПР такой? Я не знаю, что там вообще у вас творит. Старый, ты мне кинешь истерию или кто? Я в ДЗ. Мы вроде никуда не ходили. Ебануться, а как тогда, блядь? Я там ПР надо... должен быть только у Павлова и у Урки, больше ни у кого. Ну все, пиздец. Ладно, плохо забили. Я не знаю, что там Макс наделал. А, все, я понял, Макс, не вопрос. Да-да-да-да, все. Кого напуливать-то? Напуливать на Void Frozen. Так, тактика, милики, ваша печенька, вы следите. Печенька сказала под левую ногу, бежите под левую ногу. Печенька сказала на под правую ногу, бежите под правую ногу. Все РДД с хилами на рейнже 15 метров. Первые три споры подбегаем в печеньку. Все, споры бахнули. Таркади читает гимн на ХП. Паладин отдает сокру, Войт отдает Т4. У кого темная аура, отдаете мастера. На баф на пул. После первого взрыва больше никто не сбегается. Все хилы до единого с РДТшниками выходят. Набирают дистанцию и хилят. Чего не хватает Антоши, мастер? У Войда это 10 раз, во-вторых, не хватает лапы. У него других нету. У него только... Ну похуй, что ты 10. Ну, сокру отдадите и мастера аура. Все, набрали дистанцию все. РДД, хилы, дистанцию. Еще раз набав на пол. Отчет 7-секундный, дай, Макс? Если человек идиот, нахуй это надолго. Старый анонс. Ну куда анонс?
Левая нога. Сбежали все в мелизону. Все в мелизону. И так видно, пусть сами смотрят. Побежали. Перебежали. Т4 до этого. Давай. Просто все поймали. Да просто, блядь, сложно сказать, ёбан, попросил не буду. Окей, нахуй, я, значит, диван дайте мне. Ты не мог это сказать, нахуй, не во время, блядь, убийства босса, бития босса, а до босса, что я не... А зачем вы убиваете, нахуй? Сбегаетесь в одну... Ну мы ловим тритубаф, больше никуда не сбегаемся. Вообще ни разу за бой. Один раз за бой сбегаемся и все. Смысл я не знаю, короче. Раз никто ничего не анонсит. Череп. Крест. Эмилизон. Не похуй, я молчу.